Село Смышляевка Кузоватовского района можно назвать преуспевающим. Все благодаря активным жителям, которые начали участвовать в региональных программах с 2005 года. Таким образом, были отремонтированы Дом культуры и фельдшерско-акушерский пункт, благоустроен родник, установлена детская площадка. На этом смышляевцы не остановились, решили благоустроить центр села. Мы мечтали, вот, чтобы у нас был центр села. Вот мы живем в сельской местности, и значит, это самое, у нас нет такого места, где бы нам вот прогуляться, все такое. Вот. И мы решили во всех, какие проекты предлагает областное правительство, мы решили схватиться за эту ниточку и во всех проектах решили поучаствовать. Желание сельчан было услышано. Населенный пункт вошел в проект местных инициатив. Теперь в центре установлены лавочки, клумбы, заменена изгородь у памятника воинам Великой Отечественной войны. С благоустройством ознакомился и Сергей Морозов. Участвовали с первого же года, как узнали, что есть программа «Родный парк». Мы также одним из первых в районе подали заявку на детскую площадку. Детская площадка у нас была установлена в 2015 году. За 4 года было реализовано 256 инициатив от населения, от ремонтов сельских домов культуры до создания объектов водоснабжения. В этом году для участия в конкурсе подано рекордное количество заявок – 201. В начале мая планировалось реализовать 84 проекта на общую сумму в 126 миллионов рублей. Поэтому принято решение было выделить еще дополнительно 30 миллионов рублей на поддержку проекта местных инициатив. А это позволяет еще порядка 20 проектам стать проектами-победителями. Таким образом, в 2019 году будет реализовано 104 проекта поддержки местных инициатив. По подсчетам областного правительства, инициативы сделали среду проживания лучше для полумиллиона ульяновцев. Анна Тищенко, новости «Ульяновской правды».